Да, у нее ящерица была. Снежная королева. Да. Ну, это как то? Снежное сердце. Да. Ледяное сердце. Снежное. Ну, по-другому назывался вообще мультик. Бабочка. Как она называется, я забыл. Камесина. Что, пришли? Кто? Я не знаю, кто это такой. А мультик. Я знаю, это как он? Фе. Здрасте. Ну, фе, да, Дин-Дин. Да, Дин-Дин. А, не смотрел я. Ой, господи, поставьте дед. Лайк этому видео, подпишитесь на канал. Черный кот. Чтобы не пропустить следующее видео. Стой, это Леди Баг, короче. Леди Баг? Да, Леди Баг. Конечно, я Супер кот и Леди Баг. Я смотрела ее мультик. Я смотрела ее мультик. А это Гринч. Да, Гринч. А я смотрела. Гринч, потому что... Я смотрела, потому что... Это зима и зеленое сердце. Гринч. Да, Гринч? И ее собака. И ее собака. Да. Там что-то собака поставили. О, обезьян. Аладдин. Да, Аладдин. Что ты повторяешь за мной? Хочу один. Это Аладдин. Вот замок. Говорю же Аладдин. Вот Джин. Господи, я ненавижу вот этого синего человека. Это корона. Да. Я знаю. Что ты его ненавидишь? Это Джин. Потому что она синий. Миньоны! Блин, я прям не могу угадать. А при чем там корона? О, миньоны. Нет. Смотри. Тарзан. Серьезно. Тарзан. Тарзан, да. Леди Баг. Да, Леди Баг. Леди Баг. А, боже, коровка, маска. И это все во Франции. Вот, Леди Баг. Да. Я смотрела ее мультик. Я смотрела мультик. Круто. Босс-молокосос. Да. Маленький босс, короче, правильно говорит. Да, босс-молокосос. А, я смотрела. Смотри, какие глазки. Нет, я смотрела. Ну, это, я смотрела. Она какой-то смешной. Она смотрела. Вот это вот чудище и... Шрек, я не смотрела, он такой убить. А, это, этот, как там? Рыбка и краб. Русалочка. Да. Русалочка, да. Потому что я ее не смотрела. А, да, я смотрела ее. Не знаю, я не знаю. Спанч Боб. Да? Да. О, ну давайте сюда подключим. Губка Боб. Дружище. Я смотрю. Спанч Боб губка. Аж дыма есть. Все. Подключим. А эта девочка, она мужиком притворилась и там свечом была. Да, Мулан. Я испугался вот этого человека. Мулан. Не в гости, а нам интернет делать. Лимода. Это... Больница. Ну, там девочка, она лечит игрушек. Я забыла, как это называется. Доктор Плюшева. Да. Я смотрела ее по...